Передовое вооружение и технологии привлекли внимание посетителей на недавно завершившейся турецкой выставке оборонной и авиационной промышленности, прошедшей с 25 по 28 октября в Стамбуле. Выставка привлекла около 1000 оборонных компаний из 50 стран и регионов. Этот показатель удвоился по сравнению с прошлым годом, сообщила Ассоциация оборонных и аэрокосмических кластеров Стамбула. Центром внимания выставки этого года стала демонстрация самоуничтожающихся беспилотных летательных аппаратов, различных типов наземных транспортных средств, автоматических пушек с электрическим приводом и усиленных графеном броневых листов. Турецкий беспилотный летательный аппарат «Дели», снаряженный боеголовкой весом около 3 кг, привлек большое внимание посетителей. Он может развивать скорость до 180 км в час. В ноябре выставка будет работать в онлайн-формате, предоставляя профессионалам и энтузиастам со всего мира возможность увидеть ее в интернете.